Когда я вернусь, совет об этом узнает. Это я придумал использовать эту акулаторию. Не знаю, как ее называли двемеры. Наверняка как-то совсем непроизносимо. Все наши исследования показывают, что двемеры стремились проникнуть в природу божественного. Все эти приборы были сделаны для того, чтобы собирать звездный свет, а затем, точно не знаю, как-то расщеплять его. Это я придумал заменить один из главных элементов нашим фокусирующим кристаллом. На это ушли месяцы наложения чар. Будем надеяться, что в этот раз все сделали правильно. Великолепно, не правда ли? Сколько труда было вложено, чтобы запустить его снова? Я лишь надеюсь, что дело того стоило. Помести кристалл в центральный аппарат, и мы начнем его фокусировать. Тебе от меня что-то нужно? Теперь кристалл нужно сфокусировать. Его создали слишком далеко отсюда. Мы знали, что нужно будет. Нагрев и охлаждение. Тебе нужно будет использовать заклинание. Раз ты из коллегии, наверняка ты их уже знаешь. Тут где-то должны лежать учебники для начинающих. На случай, если у вас уровень обучения еще хуже, чем я слышал. До встречи.
Нужно что-то? Теперь кристалл нужно сфокусировать. Его создали слишком далеко отсюда. Мы знали, что нужно будет вносить коррективы. Нагрев и охлаждение заставляют кристалл увеличиваться и уменьшаться, что, в свою очередь, влияет на прохождение света через него. Тебе нужно будет использовать заклинание. Раз ты... Тут где-то должны лежать учебники для начинающих. На случай, если у вас уровень обучения еще хуже, чем я слышал. Светиться, как ночное небо. Откуда-то исходят невероятные помехи. Похоже, они идут из Винтерхолда. Что ты делаешь? Это что, попытка сорвать мою работу? Так в чем дело? Вы хоть знали, чего мы добиваемся? Ты хочешь убедиться в том, что ваш план сработал, и все наши усилия пошли прахом? Ну так объяснись. Ты появляешься здесь, когда наша работа близка к завершению. А я теперь не могу получить никаких результатов из-за вашей коллегии. Держишь меня за идиота? Думаешь, я слишком глуп и не понимаю, что и с чем связано? Вы погубили мою работу. Как тебе это удалось? Ты мне либо врешь, либо... У вас там что-то есть в коллегии, не так ли? Что-то очень могущественное. Настолько, что я даже затрудняюсь высказать предположение. Что это? Око Магнуса? Что ж, если я прав, как интересно. Да, посох. Любопытно. Я не могу объяснить подробнее. Это означало бы выдать множество тайн, которые Синод вызнал за многие годы. Кроме того, я сомневаюсь, что ты все поймешь. Не случалось бывать в планетарии, что в имперском городе? Именно там родилась эта идея. Мы создаем проекцию не только неба, но всего Тамриэля. А затем фокусируем латентные энергопотоки, чтобы наложить их на позиции. Важно то, что наша конечная цель — открыть нам источники огромной магической энергии. Исключительно для того, чтобы защитить Империю, разумеется. И все-таки нам открылись только два места. Одно из них — ваша коллегия. Второе? Что ж, это может быть только Лабиринтиан. Итак, маг из Винтерхолда, несмотря на твои усилия, я выиграл у тебя в твою же игру. Даже если это все вранье, я знаю, что у вас есть что-то в Винтерхолде. Что-то, чем очень заинтересуется Совет Синода. Ну и ладно. Иди в Лабиринтиан, ищи свой посох. А я вернусь в Сирадил и представлю свой отчет Совету. Ты еще нас услышишь, уверяю тебя. Мы закончили? Немало сделать, но худшее еще впереди. Немедленно возвращайся в свою коллегию.
Тебе придется действовать быстро. Прими вызов и узнай, на что ты годишься. Ты на верном пути, и ты победишь. Thank you.
похожи на охранные чары, но кто их наводит? Анкана? Как? Мне все равно, что... Не знаю, что он там делает. Отлично. Я бы предложил немедленно отправить. Анкана каким-то образом заперся в зале. Поможешь нам открыть дверь? Мы уже все на ней испробовали. Не знаю, что он там делает, но это ему с рук не сойдет. Сейчас не время. Не знаю, что творится, но это надо срочно пресечь. Думаю, коллегия готова к смене лидера. Не знаю, что... Я не знаю. Если это предложил Авгур, значит, нам действительно стоит его... Но, боюсь, я не вижу связи. Ладно. Что происходит? Анкано, прекрати немедленно. Я приказываю. Не подходи к нему. Ты в порядке? Идти можешь? Вставай на ноги. У нас тут беда. Анкана что-то делает с этим оком. Мы его не можем остановить. Я не видела Саваса после взрыва. Должно быть, его отбросило. Возможно, он ранен. Найди Архимага как можно быстрее. Беги! Ты в порядке? Что там случилось? Во имя девяти. Значит, он за это в ответе. Но это еще не все. Что-то случилось в Винтерхолде. Видимо, тоже работа Анкана. Беги туда и убедись, что там все в порядке. Живо, поторапливайся. Я найду Мирабеллу, и мы попробуем справиться тут. Он мертв? Что происходит? Что там случилось? Мы пойдем с тобой, но когда все закончится, я потребую объяснений. Thank you.
Арно, стой на страже. Люди не должны пострадать.
Да? Хотела бы я сказать то же самое о нас. Мы с Товдером попробуем продержаться. Тебе нужно получить посох Магнуса, и чем быстрее, тем лучше. Что? Это точно? Посох там? Это не может быть простым совпадением. Савос. Перед смертью он дал мне кое-что некоторое время назад. Он сказал мне, что это из Лабиринтиана, и что я пойму, что с этим делать, когда придет время. Я думаю, он хотел отдать это тебе. Не знаю, в чем дело, но это было для него что-то очень личное. Также, думаю, тебе стоит взять этот амулет. Он принадлежал Савосу, но я думаю, тебе от него будет больше проку. Возьми это и уходи отсюда. Принеси посох, прежде чем Анкана разрушит всю коллегию. Thank you.
представь себе их рожи, когда мы вернемся. Ты так говоришь, как будто уверен, что мы найдем тут что-то полезное. Ну, зная местную историю, скорее всего, тут еще осталось много силы. Нужно возвращаться. Нельзя оставлять Гердуина. Мы еле ушли живыми. Все-таки, что это за штука? Слишком поздно. Скорее всего, он уже мертв.